Всем привет! Уже много месяцев большинство магазинов не работает. За этот период успел смениться сезон, прошла весна, наступило лето. И тут пришла новость о том, что магазины одежды открыты. Поэтому мы поехали в Спортмастер немножко приодеться. Заключается в том, что вход не только в масках, но и в перчатках. Перчаток у нас с собой нету, поэтому мы... Можно 5 пар перчаток одноразовых? Поэтому нам пришлось посетить аптеку и приобрести перчатки. Прошли внутрь и встретили вторую проблему, которая нас сильно озадачила. Большинство территории закрыто, проход к одежде закрыт, можно подойти только к спортивному инвентарю. Товар здесь заказывают таким способом, подходят к терминалу, выбирают товар в терминале и его продавец приносит тебе. Мы сейчас минут 20 набивали себе товары, а в итоге, пока продавец подходил, список сбросился. Отвратительно, еще раз повторяю. В общем, идет процесс повторного набития списка. Обувь, список обуви мы уже отдали. Сейчас хотим набить футболки, там леггинсы и так далее. Надеюсь, продавец успеет вернуться до того, как новый список снова скинется. Наконец появился продавец, сфотографировал на телефон подобранный нами товар и пошел его подбирать. Ну а мы тем временем ожидали. Весь подбор товара занял примерно полчаса. Все это время мы просто маялись в магазине. И ура! Наконец принесли подобранный нами товар. Идем мерить его. Прикольно выглядит, но, ребятки, нет, вас тяжело мыть. В процессе одевания обуви с перчаткой случилось вот это. Их крайне неудобно мерить обувь. Наш путь домой из Спортмастера лежал мимо гипермаркета «Глобус». Девочки не смогли не устоять, чтобы не заехать сюда. Поэтому мы в «Глобусе». Поэтому мы плавно переместились из Спортмастера сюда.
мои ручки сейчас будут набирать навар. Цена 289 рублей. В принципе, у креветочек размер приемлемый. Не самый мелкотня. Я себе взяла королевский креветок. А вместе они очень счастливы шопятся. Борька-тракторист. Буду Борька-трактористом в первом селе. А что, модный папа, парень? Папа, дай да? мне померить. Не поворачивайся к маме. Красотка, дочь тракториста. Саш, повтори, как она называется? Кулебин. Ну, на этом месте мы с вами прощаемся. Поддержите нас лайком. Всем пока. Чао.